Ну все, мы едем, короче, в Воронеж на Технолав сегодня. Самая лучшая вечеринка электронной музыки в Воронеже. Хардкор Раша ТВ. У нас супер машина, вообще нереальная Волга. Ребята, на Волге, Воронеж, на хардкор. Настоящий труп, погнали! Очень мне нравится Воронеж, очень нравятся воронежские рейверы. И я очень рад, что у Коля появился такой человек по прошествии 4 года. Чуть-чуть как по рассказам клубная культура, именно такая рейв-культура в Воронеже чуть-чуть затихла. Но благодаря вот таким ребятам и командам таким, ребят, все можно поднять. Все в ваших руках, делайте, собирайтесь в кучки, банды, организовывайте мероприятия, все, что вы хотите сделать, вы можете это сделать. Поставили вот очень много звука, даже нам пришлось его сделать потише, но это хорошо, но когда на рейве очень много звука, он очень мощный, это самое главное. Посмотрим, что там Юра, что Hardcore Rush TV, что вы снимаете. Да будет рейв, да принесет он любовь. Chop, chop, boom, a tick.